уберешься, давай! Давай! Подъем! Очнись! Очнись же! Приходи в себя! Слушай, клевая штука, давай сделаем на нее обзор. А давай! Итак, дорогие друзья, как и планировали, обзор стрейкбольного привода РПК компании ЦИМА CM052A. Данная модель полностью повторяет боевой пулемет. Стрейкбольный привод выполнен из металла. Ее и приклад сделаны из пластика. В стандартной комплектации идет бункер на 800 шаров. Также идут металлические сошки. Средняя скорость шара на выходе 130 метров в секунду. Хорошая кучность стрельбы у данного пулемета. Обычно люди докупают ручному пулемету Калашникова бункерный магазин на 2000 шаров. И это делает вашу огневую позицию просто неуязвимой. Работает, собственно, привод на аккумуляторе, который установлен вот в этом прикладе. Несмотря на то, что приклад складывается, из-за аккумулятора и проводов, находящихся здесь, приклад сложить невозможно. Это такой явный минус. Но если начинать копать привод и вынести аккумулятор сюда, то приклад, в принципе, можно будет сложить. Здесь под ствольной коробкой, как у стандартных приводов АК-серии, здесь не аккумулятор, здесь пружина возвратная, сам затворный механизм и провода. Хоп-ап здесь находится за затвором. Вы оттягиваете затвор, вот он хоп-ап, он очень легко регулируется, и в любой момент вы можете сюда залезть и поднастроить так, как вам удобно. Стандартная мощность данного пулемета 3 джоуля. В комплекте к нему идет зарядное устройство и сама батарейка. Вес данного привода превышает 4 килограмма. При его общей длине 1,70 м, внутренний стволик 650 мм. У РПК немножечко трясется магазин, и штатные сошки тоже немножечко ходуном ходят. Раскладываются они очень даже просто, на них нужно немножечко надавить, скинуть заклепку, они раскладываются, как сложить и вытянуть. Все это дело выглядит вот так. Стандартная скорострельность данного привода от 700 до 850 шаров в минуту. Это довольно внушительная скорострельность, она немножко выше, чем у стандартных приводов АК-серии цимовских. Очень удобный в обслуживании, как и любая АК-серия. Достаточно просто открыть ствольную коробку, и мы начинаем обслуживание привода. Здесь, как мы видим, провода, все стандартное цимовское. Блоубэк на данном приводе не предусмотрен. Ход затвора, естественно, ручной. Сейчас продемонстрируем вам, как это все дело стреляет. Автоматический режим. Одиночный. Для больших массированных атак мы настоятельно вам рекомендуем приобрести данный пулемет, чтобы обязательно в команде у вас был мощный и надежный пулеметчик. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Служу Российской Федерации!